Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня хочется поговорить о культуре. Наш собеседник – писатель Виктор Николаевич Николаев, который, как и многие люди нашего времени, искренне обеспокоен тем, что происходит у нас в обществе с культурной точки зрения. Существует очень много определений понятия культуры. Сравнивая словарные статьи и высказывания разных писателей, философов, ученых, думается, что культура – это путь духовного развития человечества. Красотой или безобразием окружает себя человек, зависит от того, насколько он приобщен к культуре. Наша современная культура очень серьезно влияет на семейные отношения. Как, допустим, она влияла хорошо еще во времена советской власти, как бы ее ни называли и как бы к этому ни относились. Но тем не менее, ведь даже взять фильмы тех времен, они были все очень поучительными. И при любой жизненной ситуации они заканчивались всегда созидательно. И мы эти фильмы очень любили. Допустим, ну взять фильм «Иван Бровкин», «Любовь и голуби». Видите, насколько не был показан там сюжет, и там показан был какие-то взаимоотношения между молодыми людьми и семьей, все равно в итоге все завершалось хорошо. На сегодняшний день подобных фильмов практически нет. Чтобы, допустим, молодой человек или семейная пара молодая, посмотрев это и взяла это за основу, как надо себя в миру вести. Почему наша молодежь все меньше и меньше смотрит фильмы 40-х-80-х годов, задумывается писатель? Потому что сегодняшняя мораль деградировала. Как можно сравнивать низкосортные сериалы и такую классику, как «Проверка на дорогах», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Мужики»? Никак. В тех фильмах снимались актеры, знавшие армию и жизнь. Они пережили это. В их фильмах получилась не игра, а восстановление прошлых событий. Чего не скажешь о современных извращенных киновыходках. И вот в таких боях за души молодежи, я бы сказал, что сегодня Кутузовых и Суворовых почти нет, которые, допустим, бы проявили себя именно настолько талантливо, разумно, высоконравственно, отчего наша современная культура, фильмы, пьесы, книги, я имею в виду художественную литературу, такие, безусловно, есть. И вот были бы, служили таким примером. Из всех телеканалов даже, я не в плане, допустим, особой какой-то отметки специально, потому что я оказался на телеканале «Союз», хочу сказать, что, ну, в общем-то, кроме телеканала «Союз» посмотреть сегодня нечего. Вот как ставится программа, и можно ее смело включать ребенку своему, я вот включаю свои внучки, и она очень многие вещи смотрит с удовольствием, несмотря на ее 7-летний возраст. И ты не боишься ее оставить на этом канале. Она отсюда не возьмет ничего плохого, а только очень поучительное и разумное. Один древний подвижник, Максим Исповедник, говорил, что нет вещей дурных по своей природе, но есть вещи дурные по своему употреблению. Вот и телевизор. Вещь сама по себе неплохая, но употребляется он сейчас по большей части плохо. Невозможно включить сегодня телевизор, пусть даже какую-либо хорошую передачу, и не увидеть скверную рекламу, что-нибудь соблазнительного или такого, что, например, в пост смотреть неприличествует молодому или немолодому православному христианину. А протоиерей Андрей Ткачев так говорит о влиянии телевизора. Ящик в углу комнаты, загораясь по вечерам, формирует внутренний мир активнее, чем мама или учитель в школе. Через тонкую грань, которая временами кажется зыбкой, то и дело в наши дома приходят те, кого мы бы никогда не согласились бы видеть в числе своих гостей. Единственным оружием является кнопка пульта с функцией «выключить». Но и для нее нужна живая совесть, твердая воля и явный смысл. Создается такое впечатление, что у нас в этом направлении, на телевидении, вместо Кутузовых и Суворовых остались одни Наполеоны, Власовы, Басаевы, а, возможно, где-то и Гитлеры. Вот на то, насколько все это идет и в каком это аспекте показывается. Взять хотя бы ту же программу, связанную, программу «Дом-2».
сколько было уже по этому поводу высказываний. И как ни пытались люди своим возмущением эту программу закрыть. Но тем не менее она живет, она существует, она финансируется. Я уже однажды приводил вот такой пример. И все-таки я повторю его еще один раз. Вот однажды мы приезжали к одному старику, который в свое время отсидел в колонии. Этот старик от своих дел давно отошел, он покаялся. Его приютил один священник и не пожалел, что взял этого старика, насколько тот осознал свои поступки прошлых лет. И мы ему показали то, что смотрит наша сегодняшняя молодежь. Мы ему привезли фильм «Сволочи», который вышел несколько лет назад. Фильм поганый и грязный. Такого не было на самом деле. И так называемую музыкальную группу «Звери». Старик посмотрел одно, недолго посмотрел другое, помолчал. И говорит, вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери, это щенки. Возможно, они будут шоколята. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан. Или свои загрызут, сказал старик. В книге Виктора Николаева «Безотцовщина», которая выдержала уже не одно издание, автор пишет. Один актер сказал: «Искусство не знает границ. Актер должен быть универсален. А это очень плохо. Плохо, когда в поведении человека нет границ, то есть чувства меры. В таком случае слово «актер» звучит так – акт ерничества. И результатом этого ерничества является в том числе испорченная детская душа. Как сегодня оправдать безумие? Очень просто. Надо назвать это авангардом. Поэтому во всем, что творим, должно быть осмысление, если хотите, страх за последствия. И вот знаете, что поражает? Что люди, которые творят подобные вещи, преступные, они не испытывают чувства страха, страха юридического даже, за то, что они позволяют себе производить на экране. У нас современное телевидение и современные фильмы – это своего рода бестселлер и учебник бандитизма. Потому что все подростки, которые это смотрят, они ведь реально это все копируют и делают точно так же. Потому что больше не с чего взять, как надо правильно в этой жизни поступать. И такое ощущение, что страна очарована мерзостью, бесстыдством и распутством. Когда этому наступит конец? Ну, видимо, Господь терпит, Он терпелив на наши все проказы в этом плане. Но я думаю, что все равно наступит тот момент, когда человека Он все-таки вразумит. Вот вспомните хотя бы такой мистический факт, как Великая Отечественная война. Ведь лучшие фильмы и лучшие песни родились после Великой Отечественной войны. Даже песня «Вставай, страна огромная» – это великая песня, это просто гимн патриотизма, морали и нравственности. Она родилась в одну ночь. Вот какая нужна была встряска нашему Отечеству для того, чтобы мгновенно человек осознал, как надо себя в этой жизни вести. В конце 20 века академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в письмах к молодому поколению высказал такую мысль. «Мы заботимся о своем здоровье и здоровье других, следим за правильным питанием, за тем, чтобы воздух и вода оставались чистыми, незагрязненными.
Загрязнение среды делает человека больным, угрожает его жизни, грозит гибелью всему человечеству. Люди тратят миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить окружающую нас природу. Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией. Но экология не должна замыкаться только задачами сохранения окружающей нас биологической среды. Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его духовной, нравственной жизни. Какие будут посланы нам испытания? Никто пока, естественно, не знает, но безобразие долго продолжаться не может, и зло бесконечно продолжаться не может. У зла всегда есть конец. Бесконечным может быть только добро, бесконечным может быть высоконравственность и духовное взаимопонимание любой нации, любой народности между собой. Как сказал Валерий Николаевич Ганичев, председатель Союза писателей России, у России во все времена была задача перед всем миром, задача сохранения на планете культурного слоя. Так что весь мир всегда ждет от нее не просто сопротивление мировому злу, но сопротивление посредством сохранения этого слоя культуры, которое позволит и всему миру выжить. Если говорим о воспитании, то, естественно, надо делать вывод, что сегодня подавляющее количество фильмов пропагандирует и романтизирует бандитизм и все, о чем мы говорим. И почти ни один фильм не подает пример крепкой и красивой семьи, здоровой и красивой семьи, где родители на любом сроке жизни друг с другом, то ли этой семье 5 лет, то ли 50 лет, они счастливы и друг друга любят. И если это показывается, такие случаи, безусловно, есть. Вы знаете, это вызывает уже какое-то умиление сердца. И ты бы смотрел на этот факт бесконечно. Но, тем не менее, это все относится к старому поколению. Это те, которые были воспитаны еще после Великой Отечественной войны, или во время, или чуть-чуть ранее Великой Отечественной войны. Но это поколение, которое, видимо, еще имело дух и стержень православия от 17-го года. Это наши предки. В мире, который нас окружает, все имеет цену. Как бы мы ни уворачивались, все равно придется платить. За подлость, измену, дерзость и даже за недружелюбный взгляд. Бесценны только подвиг, порядочность, преданность и доброта. Ребенку надо привить такое понятие, как чувство стыда. Чтобы у него было желание, причем желание очень горячее, попросить прощения у того, у кого обидел. Кого чаще всего обижает ребенок? Он обижает родителей, маму, папу, бабушку, своими капризами. И когда говорят, ну вы знаете, ему, допустим, еще 2-3 года, но он еще ничего не понимает. Нет, ребенок уже все понимает. Если он хочет страсти и хочет увлечений, а ему запрещают, значит, он уже понимает. Пусть где-то интуитивно, но уже у него маленькая душа тянется к этим неприличиям. Значит, надо ребенку объяснять по-отцовски, по-матерински, что вот это некрасиво, и так быть не должно. И постепенно надо таким образом воспитывать. Вот. У нас пока в нашей семье вот это, ну, пока получается. Насколько хватит дальше нашего терпения и мастерства, сказать трудно. Ну, моя внучка любит читать Евангелие, причем сама. И ведь, знаете, когда она читает вот своим голосишком, это вызывает такое умиление. Вот у меня уже человека взрослого, уже в возрасте. Я люблю слушать ее голос. Вот каким образом происходит вот это чтение? С ошибочками, с запинаниями. Некоторые моменты она произносит неправильно, но я ее боюсь поправить, потому что я хочу, чтобы она сама его вот приняла близко к сердцу. И постепенно у нее выравнивается даже вот этот слог евангельский. Я надеюсь, что это ей поможет в жизни найти хорошего парня, от чего будет создана именно та семья,
красивой и крепкой, о которой мы сейчас с вами говорим. У одного мудреца спросили, с какого возраста надо начинать воспитывать ребенка. «А сколько сейчас вашему ребенку?» – спросил тот. «5 дней. К сожалению, вы уже опоздали на 5 дней». А еще есть русская народная мудрость. Ребенка надо воспитывать, пока он помещается поперек лавки. Когда он будет лежать вдоль лавки, то уже будет поздно. Но что же такое воспитывать? Владимир Иванович Даль так понимал это. Воспитывать – заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до возраста его. В низшем значении – кормить и одевать до возраста. В высшем значении – научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно. Семья – это сад. Это сад ухоженный, где ухожена земля, где даже маленькие деревца тянутся друг к другу. Даже по своим листочкам видно, что они друг друга любят. Вот если мы, допустим, рассмотрим такой момент. Маленький ребенок наш, вот моя внучка, ей 2 годика, 3, 4. Любой ребеночек всегда смотрит вверх, он смотрит на солнышко. Ему хочется роста, тепла, и он тянется своими глазками к маме, к папе, к дедушке. Он растет. Когда человеку приходит уже такой зрелый возраст, ну, допустим, лет 30, он уже сформировался, он сформировался морально, он сформировался душой, он уже смотрит прямо вдаль на горизонт. А когда, вот заметьте такую деталь, когда человеку уже за 60, он, допустим, где-то сидит на скамейке, и он уже смотрит вниз. В задумчивости, в немногословии, потому что он смотрит туда, где ему придется, видимо, за многое отвечать. И он размышляет, хочет он этого или не хочет, но он невольно задумывается, как прожита эта жизнь. Мудрые люди всегда ценили просветление старости как состояние ясности, умудренности. С этим был согласен русский поэт Константин Бальмонт. «День только к вечеру хорош, жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Закону мудрому поверьте, день только к вечеру хорош». Понимать эти строки нельзя буквально. Каждое время суток прекрасно по-своему. И раннее утро, когда мир еще ничем не осквернен, и полдень с его зноем. Так и человеческий возраст. Каждый удивителен и значим. В любом возрасте пребывать и трудно, и радостно. Возраста – младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость – органично перетекают один в другой, творя путь нашей жизни. Сейчас пишется моя новая книга. Я вот эти случаи хочу описать. Они ведь не пришли ниоткуда. А это простые наблюдения за нашими людьми, простыми людьми, которые подают вот такие хорошие примеры. Это можно посмотреть на ком угодно. Даже на наших животных, как кошка ласкает своих котят, как слониха облизывает и ухаживает своего маленького слоненка, который по сравнению с ней величиной с ноготок. Любовь есть везде. В любой среде, куда бы мы ни посмотрели, как подсолнухи тянутся друг к другу, как трава старается быть ближе друг к другу, и этим она растет. Что нужно сердцу моему, чтобы быть счастливым? Так немного. Люблю зверей, деревья, Бога. И в полдень луч, и в полночь тьму. Говорят, знаете, еще такую фразу произносят. Обеспеченная семья. Семья обеспеченная тогда, когда она обеспечена заботой и лаской. Когда она обеспечена надежной гарантией, что бы в жизни ни случилось. Вот эта любовь будет вечной, она будет всегда сохранена.
обеспечена надежностью, близостью друг к другу. И еще очень важно, чтобы семья была обеспечена государственной заботой. Потому что здесь должна быть гармония, полная гармония между любовью друг к другу и любовью государства по отношению к нам. Вот тогда будет семья обеспечена практически всем. Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. В завершение вот нашего разговора я всем хочу пожелать добра и покоя. Добра и покоя и стабильности в каждой семье. Чтобы дети любили родителей, чтобы родители любили детей, чтобы расставание на один день, на два уже вызывало желание домой прибежать. Еще бы я хотел, чтобы мальчишки берегли девочек. Беречь девочку – это означает для молодого человека вести себя так, чтобы у нее на душе и под сердцем был покой, потому что оттуда выйдет продолжение нашего рода. А девчонкам бы я рекомендовал, что парня надо вдохновлять по-хорошему, чтобы он при любой ситуации любил бежать домой. Пусть не получилось то, что не запланировали на этот день, уже являясь мужем и женой. Пусть это молодая пара, счастливая молодая пара, но парень знал, что дома тепло, дома уют, его всегда любят при любой создавшейся в жизни ситуации. Поэтому я всем желаю искренне добра и покоя. И надеюсь, мы с вами еще увидимся и поговорим в нашей жизни об очень многом. А при случае будете в храме, поставьте за меня скромную свечу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новых встреч на следующей неделе. До свидания.